Когда Иисус прибыл, он узнал, что Лазаря похоронили 4 дня назад. Вифания располагалась недалеко от Иерусалима, километрах в 3 от него. И многие иудеи пришли утешить Марфу и Марию в их печали о смерти брата. Услышав, что идет Иисус, Марфа бросилась навстречу ему, а Мария осталась дома. Если бы ты был здесь, Господи, мой брат не умер бы. Но я знаю, что Бог и сейчас даст тебе все то, что ты попросишь у него. Не плачь, твой брат воскреснет. Да, я знаю, в последний день, в воскресенье. Я есть им воскресение и жизнь. Живущий и верующий в меня, если и умрет, оживет. Тот, кто верует в меня, не умрет никогда. Веруешь ли ты в это? Да, я верую, что ты Христос, Господи, верую в то, что ты Сын Божий, посланный Богом в мир. Сказав это, Марфа пошла и тайно позвала свою сестру Марию. Учитель здесь. И он зовет тебя, Мария. Услышав это, Мария тотчас встала и поспешила к нему. Иисус еще не вошел в селение, но был на том месте, где Марфа разговаривала с ним. Люди, которые были в доме с Марией и утешали ее, увидев, что она встала и вышла, последовали за ней, полагая, что она пошла к гробу плакать. Мария пришла туда, где был Иисус, и, увидев его, пала к его ногам. Господи! Если бы ты был здесь, мой брат бы не умер, нет. Иисус смотрел на нее рыдающую, смотрел, как плачут те, кто был с нею. И сердце его сжалось, и он воскорбел духом. Где положили его? Иди посмотри, Господи. Иисус прослезился. Смотрите, как он любил его, говорили люди. Но некоторые отвечали на это. Не он ли дал зрение слепому? Разве не мог он сделать так, чтобы Лазарь не умер?